дела? Ну вот я и в Лондоне, и сегодня начинаю серию своих лив видеороликов, когда я буду ходить по городу, что-то вам рассказывать и показывать. То есть, куда я сегодня ходила, расскажу. Ну и также завтра буду снимать, и послезавтра куда-то пойду, поэтому буду рассказывать в прямом эфире, почти в прямом эфире. Я вечером буду монтировать и вам показывать практически сразу, если у меня все получится. Будем надеяться. Ну и сегодня вот рассказ про мой первый день в Лондоне. Ну вот, иду из Теска. Купила продуктов. Буду сейчас готовить свой любимый салатик. Наконец-то я могу поесть свежие, сочные овощи. Если мне удастся снять, то расскажу и покажу, что я покупала в Лондоне, когда жила здесь. Маски в Лондоне, конечно, никто не носит. Тут уже весна. Солнышко светит, освещает, прямо бьет в глаза. И вот такая вот зеленая-зеленая трава. И говорят, не смотрите в чужой огород, у каждого трава зеленее, но тут реально трава зеленее. Вот как-то так. Итак, я сходила в Теско и купила, что я купила. Мой любимый салат. Криспи салат. Мои любимые хлебцы. Вот такие, думаю, у нас есть. Вафли. Таких у нас еще нет. Огурец. Маленькие помидоры. Это все к моему салату. Перец. 6 штук за 90 рублей. Где-то так. 1,15. Кофе. 100 грамм, 70 копеек, это 50 рублей, где-то так, 60 рублей. Зонтик это тортик был сегодня. Рис, не помню, сколько купила. Яблоки, 69 копеек, 70, сколько тут? 800 грамм за 60 рублей, где-то так. Груши. Ну, в общем, 6 больших, 6 хороших груш, не знаю, сколько тут грамм, за 70 копеек. Ну, вот и все, чем я буду питаться. Сейчас помоем ручки. И будем делать салат. Я всегда такой в Лондоне кушала. Правда, я еще клала рыбу или мясо курицы, но я у Моники, а она веган. Не могу есть сейчас это мясо. Мой любимый салатик. И мои любимые хлебцы. Салатик. Ой, майонез забыл. А майонез из России. Еще чуток. Все. Пока там чайник закипает, надо это успеть съесть. Ями-ями. Ями-ями тут говорят. То есть вкусно-вкусно. И зеленый чай. Зеленый чай я пью вот такой базилур. Он очень вкусный. Нежный аромат фруктов и цветов. В общем, я его в Тикимаксе вот этот вот покупала. Здесь сегодня искала. В Хакни, в Тикимаксе нету базилура. Хочу купить обязательно, потому что в России такого вот именно базилура нет. Там есть какие-то другие какие-то сорта.
Но те, которые мне нравятся, они только тут, я их покупала. А чай мы попьем вот с такими Sugar Waffles, бельгийскими вафлями. У нас такие пока не продают, я очень соскучилась по ним. Вот такие. Ну вот, пока и все. Вот так вот закончился мой сегодняшний день. Не прощаюсь с вами. Увидимся завтра. Пока-пока.